Здравствуйте. Вы позвонили свидетелям Иеговы в Республике Казахстан. Егер қазақ тілінде сөйлесеңіз, жетіні басыңыз. If you speak English, please press 9. Пожалуйста, нажмите звездочку, чтобы перевести телефон в тональный режим. И наберите добавочный номер абонента. Или дождитесь ответа оператора. Добрый день, филиал свидетелей Иеговы. Я извиняюсь, я вот только что звонил по поводу экскурсии. До какого числа экскурсии закрыты? Где-то до конца апреля. 20 или 25, я уже не помню. Ну я помню, что объявляли, но я что-то не думал, что так долго закрыто будет. Ясно. А когда можно будет точно узнать, до какой даты закрыто? Ну вот ближе, где-то в середине апреля, может быть. Точно известно будет уже, да? Угу, ну да. Ясно. Ну ладно, спасибо большое. Так что давайте ждем вас весной. Несколько дней назад полицейские провели обыски в христианском центре свидетелей Иеговы, а также в домах служителей. В Алматы свидетели Иеговы подозревают в педофилии. Несколько человек из религиозной организации задержаны. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили заявления потерпевших. Жертвами предполагаемых извращенцев стали дети младше 16 лет. Здравствуйте. Вы позвонили свидетелям Иеговы в Республике Казахстан. Егер қазақ тілінде сөйлесеңіз, жетіні басыңыз. If you speak English, please press 9. Пожалуйста, нажмите звездочку, чтобы перевести телефон в тональный режим. И наберите добавочный номер абонента. Или дождитесь ответа оператора. Алло, добрый день, свидетели Иеговы. Добрый день, это христианский центр свидетелей Иеговы. Я правильно позвонил, да? Меня зовут Марат, я являюсь пастором лютеранской церкви Азбургского исповедания. Мы бы хотели записаться на экскурсию к вам. Скажите, когда это возможно? И ну, является платно, чтобы мы как-то ну, вот, немножко посчитали свои расходы. Да, пожалуйста, вы можете записаться. Экскурсия у нас бесплатно проходит. Uh-huh. Она в течение около 2 часов будет проходить. А сколько человек вы планируете? Ну, если бесплатно, то, наверное, 3-4 человека, я думаю. Uh-huh. И на какой день это можно записаться? Так, вот сегодня вторник у нас, в среду, в четверг или в пятницу можно. То есть у нас с понедельника по пятницу. До обеда или после обеда. С понедельника по пятницу, да? То есть, давайте я тогда уточню, когда мы сможем это. И, по всей видимости, я вам сегодня, ну или когда этот вопрос, это все будет уточнено, я вам перезвоню по этому поводу. Даете ли вы пресс-конференцию, отвечаете ли вы на какие-то либо вопросы?
Но я думаю, такое тоже возможно. Может, вы когда второй раз позвоните, я вас соединю с отделом, который за это отвечает, и вы можете обговорить, да, этот момент. Все хорошо тогда. Да? Значит, я постараюсь решить этот вопрос и вам перезвонить. Спасибо. Да. Я еще вот только хотела сказать, что можно, допустим, на 10, на час, на 3 записаться, да? Ну, вот такое время тоже, чтобы... Да. До часу обеда. Да. А вот то 10, есть... в час или в 3 можете выбрать. Все хорошо. Я вас услышал, mm-hmm. и мы примем это. Все, спасибо. Ждите нашего звонка. Пожалуйста. Ага, до свидания.